Всем привет на канале Олд Датчман. Сегодня у нас с вами вот такой вот вечерний выпуск криминальной хроники с маленьким таким вот уклоном в юморную сторону. О чем я хочу вам сказать? В ночь с пятницы на субботу вот этой вот недели, сегодня у нас что, седьмое, да? Значит, с пятого на шестое, в 2:40 в городке Линц, что в земле Рейнланд-Пфальц, в двери полицейского участка ворвался мужчина, держащий в одной руке мачете, в другой хороший тесак кухонный. И с криками «Аллах Акбар», перемежающимися фразами о том, что он сейчас всех порежет, всех полицейских на куски порвет, попытался совершить нападение. Но! Маленькое такое отступление, ремарочка такая, да? Любой полицейский участок в Германии можно зайти свободно, но выйти оттуда можно только в том случае, если дежурный на пульте нажимает на кнопочку разблокировки дверей, и вы можете спокойно покинуть этот участок. Это первый пункт. Пункт второй. Вживую с полицейским, с дежурным, вы не можете общаться, так как сейчас многие современные участки снабжены радиоаппаратурой, полицейские находятся за бронированными стеклами. Раньше эти стекла были камни непробиваемыми, сейчас, может быть, уже комбинированные триплексы, даже против огнестрела, я точно не знаю, но стекла бронированные. И вы разговариваете сначала с полицейским через вот этот вот радиоретранслятор и не можете его достать ни руками, ни своим плевком ядовитой змеи, скажем так. Так вот, возвращаемся к нашему герою. В 2:40 врывается в участок города Линц. Не путайте, есть Линц в Австрии, есть Линц в Австрии, а также есть город Линц в Германии. Вот так вот. Это для тех, кто мне скажет, что этот город находится в Австрии. Есть и такой, и такой. И с криками, как я уже сказал, «Аллах Акбар», перемежающимися угрозами того, что он сейчас всех полицейских порвет на куски, порежет, зарежет, поубивает и так далее, человек этот в первые несколько минут понял, что он сам себя арестовал. Полицейские обратили на него внимание, естественно, он, наверное, рассчитывал на то, человек, скорее всего, вот этот вот умный, я потом к нему вернусь, он, наверное, умный, читал книжку «Биоритмов человека» и, наверное, прекрасно понимает, что с 2:00 до 3:30 практически все биоритмы организма человека замедляют свой жизненный цикл. То есть человек погружается в глубокий сон, органы в организме работают более расслабленно, скажем так. Единственный орган, который работает на всю катушку, это печень и желчный пузырь. С 2:00 до 3:30. Потом биоритмы стартуют. И, скорее всего, этот человек, ворвавшийся в полицейский участок, наверное, когда-то читал эту книжку. Утверждать не берусь. Но что сделали полицейские? Они просто нажали на кнопочку. Нет, нет, не разблокировки двери. Они нажали на кнопочку закрытия ворот во дворе полицейского участка и вызова спецназа. Спецназ приехал и, войдя вот в это вот помещение, скажем так, как вот предбанник, да, в полицейском участке, использовал сразу же электрошок, тизер. Как сообщают журналисты, этот человек был слегка ранен этим электрошоком, и ему потом нужно было оказать медицинскую помощь. Со своей стороны, тем журналистам, я могу сказать, если бы этот человек среди ночи не ворвался в полицейский участок, то и не надо было бы ему оказывать никакую медицинскую помощь. В общем, человека этого
предварительно арестовавшего самого себя, уже арестовали официально, отобрали у него холодное оружие, вытащив из расслабленных рук мачете и тесак кухонный, и закрыли в камере предварительного заключения. Есть потом, это интересно, буквально через час, когда он пришел в себя, на допросе он сказал, где он живет, как его зовут и так далее. Им оказался 29-летний гражданин Албании, проживающий в Германии. Работает он или нет, это я не знаю. Но полицейские, по его данным, поехали к нему домой вместе с ним. Здесь не делается так, что заключенный остается в камере предварительного заключения, а следователи едут к нему домой и что-то там делают сами. Нет, они повезли его, он показал, где он живет, зашли к нему домой и увидели на стене, ну, как вам сказать, квадрат Малевича, знаете, да? Угу. Так вот, для тех, кто считает, что квадрат Малевича – это просто черная краска. Под слоем черной краски обнаружили несколько лет назад эксперты, реставраторы, при помощи рентгеновского облучения эскиз города. Но, видно, Малевичу этот город не понравился, поэтому он замалевал его черной краской. И тем самым прославился на весь мир. Так вот этот албанец, тьфу, елки, так и крутится на языке сказать плохое. Ну да ладно, постараемся сегодня в этот день обойтись без нецензурщины. Вот этот вот албанец, скорее всего, хотел тоже стать таким вот албанским Малевичем. И прямо на одной из стен своей квартиры, в комнате, он намалевал черной краской некое подобие контуры флага и расписал там вот эти вот символы ИГИЛа. На следующий день, то есть в пятницу, это вчера, его предоставили мировому судье, который определил его предварительно под заключение по мотивам нападения на сотрудников правопорядка при исполнении по религиозным исламистским мотивам. То есть мы с вами опять имеем шанс обсудить радикального исламиста, ну, скажем так, глупого. Недаром же говорят, ты учи албанский или ты что, из Албании. Вот вам доказательство того, что вот этот албанец действительно оказался глупым человеком. Хоть бы спросил своих дружков, подельников, которые неоднократно попадали за продажу наркоты или за сутенерство в полицейские участки, как там вообще в предбанниках и между первой дверью и второй после дежурной части, как там вообще обстановка, можно ли выйти самостоятельно с полицейского участка. Хоть бы спросил, елки-палки. Но нет, он посчитал себя очень умным и, скорее всего, посчитал, что пророк его ведет. Ну и завел. Что я могу сказать? Завел. Почему я смеюсь? Да потому что вот такие вот уроды, извините, ну вот и вырвалось, да, вырвалось. Обещаю, больше сегодня этого не будет. Такие вот недалекие люди иногда вызывают чувство жалости. Да, он получит свой срок, получит пару лет. Здесь довольно-таки гуманная юридическая система и уголовная система. Ему дадут, может быть, от силы год, так как он никого из полицейских не поранил, не покалечил. Ну и получается, что сам себя закрыл. Добровольно сдался, скажем так, и сдал свое холодное оружие. Ё-моё, Нэнси Шфезер наша-то запретила пользоваться холодным оружием абсолютно всем гражданам Германии, ну и всем, кто их окружает. А полицейские не поняли, он, наверное, пришел сдавать свое холодное оружие в полицейский участок. А чисто крики вот эти «Аллах Акбар» и так далее, это у него вырвалось чисто на автомате. Но я думаю, следователи, полицейские, вот, прокурор и судья, они все-таки учтут вот это вот его добровольное пришествие в полицейский участок.
с желанием сдать свое холодное оружие. И, может быть, хоть как-то скостят ему срок за то, что он кричал «Аллах Акбар». Ну а фермитер, ну это тот, который вот, хозяин квартиры, в которой он живет, все-таки выложит ему крупненький счет за ремонт стены. Все-таки ну, не каждому хозяину квартиры понравится, что у него на стене рисуют или веселого Роджера, или флаг ИГИЛ, да? Или, допустим, пишут на белой стене, на белой покрашенной стене русский военный корабль, иди ты на хутор бабочек ловить. Ну, никому же это не понравится. Ты вселился в квартиру, которую тебе предоставили. Будь добр вести себя подобающим образом. Но, увы, иногда животные инстинкты пересиливают человеческое воспитание. А было ли это воспитание у этих людей? И у этого албанца. Неизвестно. В общем, 29-летний гражданин Албании, проживающий в городе Линц, в земле Рейнланд-Фальц, сам себя добровольно сдал сотрудникам полиции, отдав им во временное пользование, как музейные экспонаты, свой мачете и кухонный тесак для хрящей, наверное, для костей. Ну, не знаю. Но это добровольная сдача в полицию. И хотелось бы, чтобы очень многие радикально настроенные поборники ислама поступали точно так же, как вот этот добропорядочный албанский гражданин. Да. Ну и, конечно же, теперь вторая часть нашего видео будет посвящена Фридриху Мерцу, предводителю альянса ХДС-ХСС, который на передаче по каналу ЦДФ у Маркоса Ланса сказал открыто, и он сказал правду, что квартплаты у нас в стране повышаются не потому, что у нас многие вот эти вот жилищные конторы, строительные организации вынуждены покупать дорогостоящий материал или для ремонта, или для строительства домов. Нет. Квартплаты поднимаются у нас только потому, что беженцев, которых принимают нам в страну, расселяют во многих квартирах бесплатно, то есть за счет государства. А что такое счет государства? Это деньги налогоплательщиков, которые должны были идти в казну несколько по другим направлениям. Но когда в страну приезжает, допустим, в год только 35 тысяч афганцев, и из них, скажем так, 18 тысяч получают квартиры, все еще не имея, не то что постоянно, даже временной работы, и получающие только денежное пособие, естественно, за этих афганцев, сирийцев нужно платить. Я уже не говорю о других группах беженцев, мигрантов и так далее. Они все, в данном случае, они все попадают под одну категорию. Они здесь находятся за счет государства. С одной стороны, можно сказать, бесплатно, с другой стороны, за счет государства. То есть за счет налогоплательщиков. Государству наплевать, ему главное сгребать баблишко с налогоплательщиков, чтобы закрывать дыры в госказне, в госбюджете, там, где эти дыры появляются, за счет того, что они берут с одного места сумму денег и кому-то ее дарят или кому-то просто так отдают. Вот такие вот дела. И, конечно же, тут же сразу на Фридриха Мерца набросилась турецкая община Германии, которая сказала, что Фридрих Мерц не прав. Мол, типа, потому что, почему у нас поднимаются квартплаты в Германии, это потому что, допустим, в одном из дорогущих городов Германии, в Гамбурге, хозяева квартиры, домов очень жаждут кататься как минимум на Порше, а чтобы оплачивать такие машины, нужны деньги. Поэтому вот эти вот квартиродатели поднимают квартплаты. И нельзя говорить Фридриху Мерцу о том, что за счет помощи разным беженцам и мигрантам поднимается квартплата в общих чертах в стране. Так сказали граждане с турецкой общины, так сказали многие политики, которые не согласны с мнением Фридриха Мерца. Согласен ли я?
Это никого не интересует. Я просто довожу до вас сведения в том виде, в каком они доходят до меня. И иногда высказываю свою точку зрения на происходящее. Вот такие вот были на сегодня у нас вечерние с вами новости. Не забудьте подписаться на этот канал, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий, поставить пальчик вот так или, может быть, вот так. Я не знаю, кому как выгодно, кому как удобно. Поделиться видео с друзьями, ну и оставайтесь с нами. У нас всегда есть что-то интересное и полезное. Да, маленькое такое вот в конце. Если кто-то желает просто отписаться от канала, пожалуйста, делайте это молча, как делают очень многие люди, которые, ну, потеряли интерес к контенту, потеряли интерес к тому, что там рассказывается на канале, преподносится и так далее. И не надо, как вот буквально сегодня утром одна дама лет 65 заявила в одном из своих комментариев по поводу того, как я рассказывал вчера в выпуске новостей о том, что вот этот вот сербско-боснийский уроженец, гражданин Австрии с карабином, с пристегнутым штык-ножом к этому карабину, напал на генконсульство Израиля в Мюнхене и пытался расстреливать людей. Она сказала, что она отписывается от меня, потому что я на этом канале разжигаю межнациональную рознь. Ну, отписалась, молодец, не флаг тебе в руки, бабушка. Мне наплевать, подписалась ты, отписалась, отписалась, да и Господи, хорошо. Таких, как ты, которые не понимают того, что им говорят с экрана, нас на канале не привечают. Поэтому, если кто-то хочет подписаться, пожалуйста, большое спасибо. Отписались? Ну, значит, не соответствуем, не отвечаем вашим интересам. В общем, не забудьте подписки. Всем удачи. Пока.